На одной планете жил-был злой король. Он обижал детей и взрослых, всех ненавидел, был подлым и злобным тираном. Однажды в летний день король выглянул в окно и увидел у стен своего дворца странника, вокруг которого собралась толпа. Странник что-то рассказывал, а люди смеялись в ответ. Злому королю не нравились смех и радость. Он приказал стражникам схватить этого человека и заточить в темницу, что и было сделано. День закончился, и король пошел спать. Удобно устроившись на шикарной кровати, он закрыл глаза. И уже сны начали разворачивать перед ним свои картинки, как вдруг король увидел странника. «Что ты делаешь в моей спальне?» – закричал король возмущенно. «Ты должен сидеть в тюрьме!» «Не должен», – хитро улыбаясь, сказал странник. «Я не простой человек, а маг. И поэтому сейчас мы отправимся в путешествие». «Стража!» В ужасе завопил король. Но было уже поздно. Все закружилось у него перед глазами, и спальня исчезла. Он очутился в большом красивом городе. Вокруг было полно людей. Но что-то странное было в этой картине. Присмотревшись, король увидел, что все люди связаны между собой тонкими светящимися ниточками. Более того, такие же ниточки тянулись от людей к животным и растениям. «Что это?» – с удивлением спросил король. Он легко проходил сквозь эти ниточки, как сквозь лучики света, не нарушая их сохранность. «Это связь между всеми существующими на планете. Все ее жители зависят друг от друга, а от них зависят животные и растения. Они части одного организма. Эти ниточки – это энергия добра и любви, которая позволяет всем жить хорошо и счастливо. Разрушая эту связь злобой, ненавистью, коварством, алчностью, люди обрушивают беды и горе на свою же голову. Поступив плохо даже с одним человеком, можно вызвать гибель и несчастье многих людей, погубить животных и растения, уничтожить жизнь». «Все это ерунда!» – воскликнул злобный король. «И что это за планета такая?» «Это твоя планета», – ответил маг. «Просто я дал тебе возможность увидеть то, что невидимо, но существует. Источая зло, ты уничтожаешь не только окружающий мир, но и в конце концов уничтожаешь себя». «Чушь! Такого не может быть!» – закричал король. В это время они проходили по мосту, и злобный король столкнул одного из прохожих в реку, потому что тот спешил и нечаянно задел короля. Маг укоризненно покачал головой, взмахнул рукой, и король проснулся в своей спальне. Настроение было отвратительное. Он тотчас же послал стражников к страннику-магу. Но темница была пуста. Маг исчез. Злой король в ярости позвал палача, чтобы казнить стражников. Но оказалось, что палач ослеп, потому что рано утром мимо планеты пролетела огненная звезда, которая лишила зрения каждого, кто на нее посмотрел. А посмотрели почти все, так как все население планеты с восходом солнца выходило на работу, как того требовал король. «И где были наши придворные звездочеты?» В бешенстве закричал король. Спустя некоторое время выяснилось, что звездочеты знали об огненной звезде и послали гонца предупредить всех. Но гонца кто-то столкнул с моста, и тот утонул. Большинство жителей планеты лишилось зрения. Ослепли стражники порядка, ослепли дворники, и на улицах городов воцарился хаос. Слепые крестьяне не могли работать на полях и ухаживать за животными. Домашние животные убежали от голода в лес и одичали. Все цветы на клумбах завяли,
потому что их некому было поливать. Сады запустели, некому было работать, некому производить товары, некому обслуживать короля. Планету охватил ужас. Голодный, испуганный и несчастный король заперся в покоях. Вдруг он увидел мага. Злобный король вскочил и хотел уже накинуться на него, как вдруг видел светящуюся ниточку, связывающую их обоих. Так значит, все это правда? В ужасе схватившись за голову, произнес король. Правда? Ответил маг. Теперь ты сам видишь, как все взаимосвязано, как мы зависим друг от друга. Я дал тебе шанс это увидеть. И что же ты сделал? Ну как же теперь быть? Закричал король. Как вернуть все назад? Но маг усмехнулся и растворился в воздухе. Король очнулся, стоя у окна. За окном был летний день, мимо шли люди. Все было как обычно. Он увидел у стен своего дворца странника, вокруг которого собралась толпа. Странник что-то рассказывал, а люди смеялись в ответ. «Стража!» – закричал король и замер на секунду. «Ага, подойдите к этому человеку, предложите ему еду и кров, да спросите, не нужно ли ему что-нибудь еще?» И как только он это произнес, то увидел, что все вокруг связаны светящимися ниточками. И раз эти ниточки светятся, то по ним идет энергия добра и любви. И значит, все будут жить хорошо, долго и счастливо. В добре и радости, в согласии.